Сексуальная ориентация, друзья, выучите это уже раз и навсегда. Это то, в кого человек влюбляется. Не то, с кем он трахается, а в кого он влюбляется. Гомосексуальное поведение может меняться. Это, например, когда так называемые натуралы трахают петухов на зоне. Они меняют свое гомосексуальное поведение в случае, когда у них нет выбора. Когда левша сломал левую, он может пописать правой. Точно так же натуралы трахают геев. Или даже не геев, а таких же натуралов. Это называется поведение сексуальное. Неграмотные вы мои. А сексуальная ориентация неизменна. Если вы влюбляетесь в женщин, вы никогда, не под действием никакой пропаганды, не сможете начать влюбляться в мужчин. Трахаться с ними? Да, возможно. Я не знаю, если вы такие извращенцы, вам это нравится, делайте это. Но свои чувства вы изменить не сможете. Зарубите это себе на носу.